Он стал первым губернатором, с которым Владимир Путин встретился после инаугурации. По словам Кондратьева, рост ВРП Краснодарского края необходим, чтобы выполнить новые майские указы президента. Все возможности для этого в регионе есть. В целом, ситуация в крае понятна. Вы не так давно мне докладывали об этом. Хотел бы с вами поговорить о том, как вы предполагаете выстроить работу по основным направлениям развития и по решению тех задач, которые были изложены в указе президента 7 мая этого года, с учетом особенностей края, с учетом особенностей структуры экономики края. Мы реально понимаем, чтобы выполнить все ваши поручения, конечно, необходим финансовый ресурс. Исходя из тех задач, которые сегодня уже вы поставили в рамках указа, мы должны ВРП увеличить не на проценты, а в два раза. Чтобы выполнить максимальные указы, оно должно быть 4 500 000 000 000 как минимум. Рост экономики региона должен соответствовать где-то 4% в год. Естественно, объем промышленной продукции должен быть увеличен как минимум в 2 раза. Производительность труда в 2,5 раза. Бюджет должен составлять региона около 600 миллиардов рублей. Я хочу вас заверить, что исходя из того, что сегодня экономика региона чувствует себя очень-очень хорошо, я еще раз могу заверить, что все поручения мы выполним. Отдельно Владимир Путин обсудил с Вениамином Кондратьевым вопросы использования биоресурсов, развития сельского хозяйства и сельхозкооперации в Краснодарском крае.